Начинаем, да? Про любовь. Мы проверили, все нормально. Товарищи, понимаете, да? То есть это не фанера, это настоящее все. Поэтому так вот мы по-боевому все. Разрешите взлет? Взлет разрешаю. Поехали. Песня про любовь. Укрепляем наш дух авиационный. Чтоб начинаться гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Чтоб гимн прекрасные люди пели стоя, и чтоб взлетала песня к небу ввысь. Чтоб на гербе страны любви слились, пожать и одна рука с другою. Хочу любовь провозгласить страною, чтоб все там жили в мире и тепле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Бахлах, который учредит страна, хочу, чтоб все цвета земли входили, чтоб радость в них была заключена. Разлука, встреча, сила и бессилие. Хочу любовь провозгласить страною, чтоб все там жили в мире и тепле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Хочу, чтоб все людские племена в стране любви убежище просили. Хочу любовь провозгласить страною, чтоб все там жили в мире и тепле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. Чтоб начинался гимн ее строкою, любовь всего превыше на земле. С праздником любви, добра и счастья вам! Спасибо! Извините, Олечка, что я прошу прощения за свой китайский и японский компьютер. Спасибо вам огромное. Вы поняли, да, что лучшие женщины, конечно, это в Жуковском. Лучшие голоса в Жуковском. Все лучшее в Жуковском, дорогие друзья. И лучший летчик ас противовоздушной обороны, который в своей жизни сажал самолет МиГ-31, у которого отказали рули, и он в таком вот положении его все-таки посадил, дорогие друзья. И этот летчик сегодня с нами. На самом деле, замечательный человек, который писал, пишет и будет писать гениальные песни. Встречайте, дорогие друзья, Валерий Михлюков. Миша, где там? Пока Миша подключает, я хочу вас поздравить всех с праздником, с нашим авиационным, а вас еще с праздником города. Ну и нас еще поздравить, наш клуб «Чигетию», с тем, что мы сегодня вспоминаем нашего хорошего друга Серегу Мельникова,
которого мы все знали, очень любили. Поэтому начну я с того, что, ну, как бы хочется услышать всем летчикам, наверное. Привет, ВВС. Кружит наш борт над полигоном. Привет, ВВС. На голубой просвет погона. Ложится тень листа, как мыта. От затаенной где-то в сердце боли. При встрече со страной чудес. Привет, ВВС. Аэродром в стекле кабины. Привет, ВВС. Как образ женщины любимой, как часовой с ружьем наперевес, ревниво охраняющий калитку, ведущую в страну чудес. Как будто снова дома я иду по теплой, солнцем залитой бетонке. Сентябрьскую пронзая синеву, летит мой крик, ликующий звонкий. Как будто снова дома я иду. Перчатки в гермошлем небрежно бросив, а рыжая девчонка осень сплетает в небе паутинок седину. Привет, ВВС. Который год, как мы в разлуке. Привет, ВВС. Гудят от напряжения руки. Привычно утопив форсаж за филигрань простого осязания в забытую страну чудес. Привет, ВВС. Шипит сигнальная ракета. Привет, ВВС. В коротком взлете бабье лето, качнув крылом с небес, одарит памятью, как розовым билетом, в знакомую страну чудес. Как будто снова дома я иду по теплой солнцем залитой бетонке. Сентябрьскую пронзая синеву, летит мой крик, ликующий звонкий. Как будто снова дома я иду. Перчатки в гермошлем небрежно бросив, а рыжая девчонка осень сплетает в небе паутинок седину. Моя девчоночка шальная осень уже с полтинника сметает седину. Привет, ВВС. Ну а поскольку мы были все-таки летчики военные и начинали мы, извините, не с генералов, а с лейтенантов. Поэтому вот Николай Степанович помнит. Здравствуйте. Вот. Поэтому я и хотел бы вспомнить наши лейтенантские годы. Ясно. Нормально. Фуражечка, голубой околышек. Лейтенант зелененький, словно в поле колышек. На лице растерянность, на лице сомнения. Это ж надо влипнуть так, чтоб свадьба в день рождения. 20 лет парнишечки в кольце.
лица обручальные, а глаза смешливые и чуть-чуть печальные. Солнце за околицей тихо к речке клонится. Эх, еще бы погулять, да похороводиться. А время-время-времечко бежит, бежит, бежит. Сидите, хлопаем. Летят года, как семечки, и крутят виражи. Коленочки, юбчоночки, мальчишечки, девчоночки, и мысли бестолковые мои. Дурацкие, но все-таки мои. Лейтенант молоденький, в день рождения женится. То вдруг вспыхнет огоньком, то вдруг остепенится. Погляди задумчиво на фату венчальную. Эх, да что там говорить про любовь глобальную. А время, время, времечко бежит, бежит и бежит. Летят года, как семечки, и крутят виражи. Коленочки, юбчоночки, мальчишечки, девчоночки, и мысли бестолковые мои, дурацкие, но все-таки мои. Эх, по распределению едут офицерики, глупые Васюнечки, милые Валерики. Только так случается, сказочка кончается. Молодой, но посидевший и от службы озверевший едет в отпуск старший лейтенант. Старший, самый страшный лейтенант. А время, время, времечко бежит, бежит и бежит. Летят года, как семечки, и крутят виражи. Коленочки, юбчоночки, мальчишечки, девчоночки, и мысли бестолковые мои, дурацкие, но все-таки мои. Парам-пам-пам, 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 парам-пам-пам. Коленочки, девчоночки, мальчишечки, девчоночки, и мысли бестолковые мои. Эх, дурацкие, но все-таки мои. А с Серегой мы были, ну скажу, не просто друзья, а соратники, скажем, не только по нашему общему летному делу, но еще и как горнолыжники. Мы с ним, извините за выражение, и пили, и пели, и летали, и на лыжах катались. И когда Серега притащил вместе с Сашей Горнаевым параплан на Чигет, это был фурор. Народу собралось, видимо-невидимо. Все хотели поучаствовать, посмотреть, как это летчики летают на параплане. О, Боже мой! Я вам скажу, что знаменитей, наверное, этих людей не было во всем мире, потому что на них показывали, ими гордились, ими восхищались. Но, да, но Серега летал-летал и однажды не рассчитал и уселся вместо площадки на крышу автобуса. Сверху. Вот. Но как бы шофер оттуда выскочил с этого Митсубиси, бледный как мел, ну сами понимаете, сидит спокойно, никого не трогает, вдруг удар такой, бу-дум, летит этот лыжник на параплане вверх тормашками, автобус там весь дрыгается. Ну, Серега ему 100 баксов уплатил по-честному. Тот на радостях ушел, исчез, больше мы его не видели. А песня после этого все-таки получилась. С Серегой Мельником идем по козыречкам. И он до точки, блин, и я до точки. Равняем мордами крутые бугорочки. В Москве культурненько вот так не отдохнешь. То взлет, то посадка, то мир, то Чигет. Старушка-канатка
жен рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в буфет, уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет на параплане друг Серега. Народ глазеет, блин, ну как на Бога. Ему доступна здесь любая недотрога. Ведь параплан кому попало не дают. Автобус новенький стоял, как на параде. Серега сверху, блин, Серега сзади. Теперь в Саратове, Москве и Петрограде за крышу смятую лишь баксами берут. То взлет, то посадка, то мир, то чигет, старушка-канатка, и жен рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в буфет. Эх, уходишь счастливо, приходишь, привет. Три дня искали заикастого шофера. Три дня искали мы Серегу, а он в буфете разминался понемногу. Там просто не было посадочных огней. То взлет, то посадка, то мир, то фигет, старушка-канатка, и жен рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в буфет. Эх, время было. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Подожди, мы еще не докончили. Мы тут с Серегой говорили по этому поводу. Пора опровергать этот постулат. Говорит, как вот есть, про возраст свой не говорю, но намекну, пробел восполню. На девочек еще смотрю, а вот зачем, уже не помню. Вот. Но там есть еще и дальше. Говорит, увы, зря девки не глядят на стариков и ласка не спешат нас ублажать. Мальчишка переспал и был таков, а старенький не сможет убежать. Поэтому я так думаю, что пора этот постулат менять. И мы с Серегой подумали, и он говорит, сделаем песню нашу, летческую, новую, которая опровергает все эти догмы. Первым делом самолеты. Ну а девочки? А девочки потом! Ва-па-па-ра-чик-чик-ма-ма-ма-ма. Ва-па-па-ра-чик-чик-ма-ма-ма-ма. Ва-па-па-па-па-па-па-па. Ва-па-па-ра-чик-чик-ма-ма-ма-ма. 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 Ва-па-па-па-па-па-па-па. Говорят военные пилоты, чик-чик, первым делом любят самолеты, чик-чик. А потом, что потом? Девушек. Ходят слухи, что вместо зарядки, чик-чик, потребляют они шоколадки, чик-чик. А потом, что потом? Возражаем, привет, и снова улетаем в ответ. Нас небо приласкает темной ночкой в атмосфере. Там жизнь совсем другая, и ты ее такой, не зная, грустишь, и небеса горишь меня.
ревнуя к высоте. Говорят воздушные бродяги, тик-тик, первым делом любят перетряги, тик-тик. А потом, что потом? Девушек, девушек, ходят слухи, спирт у них есть лишний, тик-тик. Их за это любит сам Всевышний, тик-тик. А потом, кто потом? А мы не возражаем, привет, и снова улетаем в ответ. Нас небо приласкает темной ночкой в стратосфере. Там жизнь совсем другая, и ты ее такой, не зная грусти. Небеса, горишь меня, ревнуя к высоте. Опа-пара, тик-тик, мама-мама. Опа-пара, тик-тик, мама-мама. Опа-пара, тик-тик, мама-мама. Опа-па-па-па-па-па-па. Говорят про летчиков такое, тик-тик. Даже черту нет от них покоя, тик-тик. А потом, кому потом? Девушкам. Ходят слухи, что они как дети, тик-тик. 60, а в голове все ветер, тик-тик. А потом, что? Девушки, а мы не возражаем, привет, и снова улетаем в ответ. Нас небо приласкает темной ночкой в стратосфере. Жизнь, там жизнь совсем другая, и ты ее такой, не зная грусти. И небеса, горишь меня, ревнуя к высоте. Эх, жизнь, там жизнь совсем другая, и ты ее такой, не зная, грустишь. И небеса, горишь меня, ревнуя к высоте. Опа-пара, тик-тик, мам-мам-мам-мам. Опа-пара, тик-тик, мама-мама. Опа-пара, тик-тик, мама-мама. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Я все! Все, спасибо вам. Валерий Михлюков. Первым делом самолет, да? Миф. Тебя выключил. Провожаем Валерия Михлюкова, дорогие друзья. Там. Вот так вот не скажешь, вот так вот сзади на него. Он, по-моему, на Кучму похож сильно, да? Президент Украинской Республики, да? Вы знаете, да? Вот как определить, у них там на Украине, мне ребята рассказывали с Украины, говорят, как вот определить, у нас гривна там на гривне, как определить, настоящая гривна или поддельная? Там на гривне нарисовано политическое лицо. Берешь гривну, кладешь на лист формата А4, дальше берешь кусочек сала, начинаешь медленно водить вокруг гривны. Если глазами следить за салом, значит гривна настоящая. Запомнили, да? Ну а сейчас, дорогие друзья, я приглашаю на сцену летчика первого класса, одного из руководителей фирмы «Ютейр», Андрея Ситнянского, его боевого товарища Валерия Кодолова, тоже летчика, который нам покажет свои замечательные песни. А готовится в это время... Я переполошил. Я прошу прощения перед мужуками. Я их хочу на сладкое, вот чуть-чуть попозже, да? Дорогие друзья, встречаем! Андрей Ситнянский, Валерий Кодолов. Нет. Мы не настоящие музыканты, у нас даже электрической гитары нет. Да, все замечательно.
У нас личная выходная может оставаться, да? Поближе, да? Слышим. Поближе, микрофон. Хорошо. Хорошо. Это у нас там что-то девушка должна подойдет. На самом деле нам хотелось просто хотя бы... Мы с Валерой тоже пилотяги, но не летчики-испытатели, чья профессия, наверное, является основополагающей в этом городе. Мы просто линейные пилоты, но хотелось посвятить одну из песен летчикам-испытателям, нашим героическим коллегам. Человека выбивали, забыв про дом, забыв про все дела. Ребята вспоминали, как летали, им комната кабиною была. Ребята вспоминали, как летали, им комната кабиною была. И командир, приподнявшись над картой, звезду героя уронил в вино. А завтра он отдаст ее сынишке, ведь летчики не носят орденов. А завтра он отдаст ее сынишке, ведь летчики не носят орденов. У летчиков все звания равны, на летном поле мало козыряют, а в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, а в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают. А если разобьемся, слов не надо, друзья исполнят непомерный труд, и звездочки на бархатных подушках по улицам притихшим пронесут. И звездочки на бархатных подушках по улицам притихшим пронесут. Не вижу я заплаканные лица, а вижу я, как спрыгнув с корабля, они идут, отталкивая землю, поэтому и вертится земля. Они идут, отталкивая землю, поэтому и вертится земля. А теперь мы хотели пригласить наших боевых подруг, чтобы закончить все-таки это наше выступление не на такой грустной ноте. Посредине стоп. Посредине стоп. Эта песня очень талантливого автора, поэта и композитора Морозова. И просто самая любимая моя. Свет зари лучится, зеленеет поле, бьется в клетке птица, я хочу на волю. Бьется в клетке птица, я хочу на волю. Где былые годы, где простора краин, я хочу свободу.
свободы, отпусти хозяин. Где былые годы, где простора краин? Я хочу свободы, отпусти хозяин. Ей старик ответил: был тебе я другом, пусть утихнет ветер, отпущу к подругам. Вот утихнет ветер, отпущу к подругам. Я ль тебя обидел, боль в душе избита, ждет тебя погибель после клетки сытой. Я ль тебя обидел, боль в душе испита, ждет тебя погибель после клетки сытой. Отвечала птица: ты не будь печален, жизнь не возродится, отпусти хозяин. Жизнь не повторится, отпусти хозяин. Не гляни судьбину, что не быть нам вместе, пусть умру, пусть сгину, но спою я песню. Не гляни судьбину, что не быть нам вместе, пусть умру, пусть сгину, но спою я песню. Спасибо, с праздником. А наш концерт, тем не менее, продолжается, дорогие друзья. Я приглашаю на эту сцену удивительного человека, который долгие годы продолжает высоко нести звание советского офицера дальней авиации. Человека, который стоял у истоков нашего клуба «Чидети», человека, с которым мы знакомы уже 20 лет, 40 лет на двоих. Вот, это потрясающий друг, это великолепный отец, дедушка. Это президент фестиваля Эльбрусия, 2000, там, в общем, уже 15 лет, дорогие друзья. Владимир Городейский. Добрый день, здравствуйте, с праздником, Днем города. И, конечно, с замечательным фестивалем памяти Сергея Мельникова. Сергей был моим близким другом. Он всегда просил меня спеть песню, ему очень нравилась песня моя, которая исполняется от лица самолета Ту-95 и называется «Песня стратегического бомбардировщика Ту-95, выполняющего свой последний полет». Вообще у летчиков нет слова «последний», но в данном контексте вы поймете, почему это слово применимо к этому самолету. Мой окончился срок, отработан ресурс, отлетался я, брат, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. И пускай я устал, мог еще полетать, рассекая воздушные волны, но теперь на меня уже всем наплевать. Скоро срежут винты и пилоны. Помню все я до самых последних минут, да во мне погибает мечтатель. Но особенно помню свой первый маршрут, как меня усмирял испытатель. Выбиваясь из сил, я хотел доказать свой характер и нрав и гордыню.
то, что рвал он руками, сумел удержать, и в узде меня держат поныне. Иногда я брыкался, движки выключал и сиреной ревел в перепонки, но всегда экипаж, он свое дело знал и меня доводил до бетонки. А потом инженеры лечили меня, заменяя больные детали. И я помнил об этом, им верность храня, уносясь в поднебесные дали. 30 лет — это срок, отработан ресурс, отлетался обратно, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. Не увидеть мне больше багряный закат, океана безбрежные волны. Я окончен уже, мой последний парад. Скоро срежут винты и пилоны. Спасибо. Следующая песенка называется «Воспоминания об Анадыре». Это когда в июне нас там запорошило снегом, пургой. Благодаря этой командировке в Анадыре я там познакомился с ныне здравствующим и присутствующим здесь заслуженным летчиком-испытателем, героем России Игорем Вотинцем. Мы познакомились в Анадыре в гостиничке маленькой. И вот песня называется «Воспоминания об Анадыре». Вдоль по взлетной полосе поземка стелится, ветер рвет чехлы, луна качается. Разгулялась белая метелица, и уже неделю не кончается. Мы в гостинице поем про куртки кожаные, про любовь и про Серегу Санина. Впечатление, что всеми брошенные, мы на севере у мыса Канина. Не отправишь письма, не дозвонишься. Полоса в снегу выше пояса, и несутся облака, не угонишься. Прямо с севера, прямо с полюса, без надежды сводки ждешь с метео. На синоптика чуть не молишься, не дождешься попутного ветра, неба чистого не допросишься. А метелица блудница заметает нас. Разгулялась на все четыре стороны, и в печи уже давно огонек погас. Свечи теплятся, пока карты розданы, а на мизере снова туз в прикупе. Даже здесь отказало везение. Ты у севера меня выкупи, хоть на месяц, на день, на мгновение. Укради меня у севера, выкупи, хоть на месяц, на день, на мгновение. День на мгновение. Спасибо. Ну, еще одна песенка. Она веселая. Началось все с того, что мои друзья аэрофлотовцы рассказали мне такую штуку. Когда они завели в кабину Ту-154 девушку,
И первое, что она сказала, когда вошла, она сказала так: «Вау, сколько часиков!» Вот. Вот это и послужило к тому, что получилась следующая песня. Называется «Пилот и блондинка». Скажу, блондинка – это что-то, но вот обидеть может каждый. Ее в кабину самолета, увидев, пригласил однажды. Она вошла, все просветлела, все даже стали выше ростом. Автопилот и тот задело, хотя он железяка прост. Зачем вам часиков так много? А два руля зачем, не знаю. А как вы ищете дорогу? Я стюардессой стать мечтаю. Такую сыщите едва ли, особенно эффектно сзади, чтоб все в осадок выпадали, на мини-юбку мою глядя. Вот рейс из Внуково в Хитроу наш лайнер белый совершает. Я не мог сказать ей ноу, она теперь со мной летает. Да вы признайтесь, это ж круто, когда она туда-обратно. И пассажиры отовсюду глядят, и всем везде приятно. Когда же видите вы лица в салоне членов экипажа, то кнопку «Вызов проводницы» не стоит нажимать вам даже. Она в кабине с капитаном и понимать немного стала, как управлять аэропланом и нахрена нам два штурвала. Спасибо. Дорогие друзья, кому повезет, кому повезет сильно, 12 сентября в музее Маяковского будет новый смеходром, дорогие друзья. Это настоящий юмор, который раньше был в программе «Вокруг смеха». Вы помните, Александр Иванов вел. Ну а сейчас, дорогие друзья, еще один потрясающий сюрприз. Еще один великий голос нашей страны, который звучит, звучал и будет звучать, даст Бог, на главных площадках нашей Родины. Очень негромкий, но... этот голос невозможно забыть, услышав его один раз. Встречайте, Лидия Чебоксарова. Спасибо огромное. Я тоже с большой теплотой отношусь к Мише Калинкину. И вообще, надо сказать, что у женщин всегда было особо романтическое, какое-то возвышенное отношение к военной форме. Поэтому мне очень хочется... сегодняшнее свое выступление посвятить вам, господа офицеры, и вспомнить героические страницы нашей истории романсом на стихи Марины Цветаевой, музыка Андрея Петрова. Вы чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след. Очаровательные франты, очаровательные франты минувших лет. Могли вы рукою полною перстней и кудри дев ласкать и гривы своих коней. Вам все вершины были малы и мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы, о, молодые генералы, минувших лет. Одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на
кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Давайте вместе с вами. Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И сколь не сладок миг подлунный, горит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. На-на-на-на. Лидия Чебоксарова, Россия! Слава, Лидия! Ура! Слава господам военным! Спасибо. Провожаем, дорогие друзья. Вот, понимаете, сейчас самая модная песня. Артиллеристы, Сталин дал приказ. А, еще есть одна, Волховская застольная, да, которой не надо ничего орать, не надо... Никаких эффектов звуковых, да, не надо вот этого вот всего. Вот, вот это и есть наша душа, которую зовут Лидия Чебоксарова. И мы искренне надеемся на то, что жители города Жуковского в этом сезоне мы организуем концерт, конечно, в котором будут присутствовать вот эти замечательные люди, которые сегодня выступали на этой сцене. Вадим Мищук, Лида Чебоксарова, Таня Висбор, Рая Нур. Имена, которые горят там, где горят следы от ваших самолетов, дорогие летчики. Там, где остается наша настоящая жизнь, теплый след от ней. Вот. Те слова и музыка, в которых можно расти детей, дружить и жить по-настоящему, дорогие друзья. Это все и называется вот, наше русское достояние. Ну а сейчас я хочу пригласить на сцену главных участников нашего концерта, вот, чтобы напряжение достигло апогея.
Потому что, понимаете, вот первый раз я познакомился с группой «Мы жуки» в далеком 1985 году. В темных и сырых лесах Ходькова, где они шли, увешанные гитарами, рюкзаками, своим вдохновением, отсекая хвосты на очередной слет клуба самодеятельной песни. Есть такая полуорганизация, полуклуб, полу... даже не знаю уже чего, дорогие друзья. Раньше авторскую песню в Москве запретили, вот, а сейчас авторская песня занимается патриотическим воспитанием молодежи. Вот такова наша российская действительность. И клуб «Мы жуки» шел в авангарде нашей авторской песни, московской. Вот. Их везде любят, их везде слышали с огромным удовольствием, потому что это бездна вкуса, это настоящие интеллигент российские. Вот. Это люди, которые и поют, и играют от души. И мы сейчас очень рады, что они на сцене. Я не знаю, сколько они будут петь, Василий Васильевич. Час, да? Час. Всего час, дорогие друзья. Нам с вами повезло, что так... Могли побольше, кстати говоря. Ну, мы разобьем потом, да. Дорогие друзья, в прошлый раз... Да, потому что у них есть чувство меры, дорогие. Они могли бы петь до утра, да? Правильно, да? Итак, дорогие друзья... Да, мы жуки. Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то мы на сцене. Начнет нашу программу легендарный наш бард Жуковский. Вообще он сейчас уже перебрался в Москву, но тем не менее он наш жуковчанин по духу. В его облике, мне кажется, вот какие должны быть барды. Вот он. На него посмотрел, да, классический бард, правда, Михаил. Итак, начинает нашу программу Дмитрий Блюдов. Он автор и исполнитель своих песен. Я хочу вернуться к истокам нашей авиации, туризму, из которого, из колыбели выросли все наши великие конструктора, все наши самолеты и космические корабли. Ну, в этом году исполняется 90 лет планеризму. И отмечать его начнут на Украине, в Коктебеле. Вот, это родина, гора Узенцирт, где первые были парящие полеты в потоках обтекания, где, значит, Арцеулов впервые провел в 23-м году планерные испытания, то есть был инициатор. Ну и там пошли Ильюшин, Королев, Антонов, все наши выдающиеся. Планирую что-то. Вот. Ну, мне пришлось там, в общем-то, летать. Я посмотрел свои летные книжки. Оказывается, я сделал больше за три года больше 1200 полетов с курсантами, как летчик-инструктор. В общем, порядка 40 выпустил самостоятельно. Ну и как-то тогда не до песен было, потому что работа была очень напряженная. Но до этого было что-то написано, и вот сейчас я тоже вернулся немножко к творчеству. Посвящается всем моим друзьям, планеристам, которые стали летчиками, стали выдающимися. Мы, кстати, занимаем в акробатике все первые места по планерному спорту, в десятке сильнейших в мире наши планеристы. Вот. И остальные ушли в большую авиацию, в космонавтику. Ну, знаете, Крикалева, знаете, еще других, так сказать, товарищей. Я понимаю, что фестиваль посвящен Мельникову. Мы с ним тоже хорошо знакомы и по горным лыжам. И я смотрел за его, так сказать, карьеры в палубной авиации. Но давайте вспомним всех наших друзей, наших летчиков, наших планеристов. Нас разъединяет русская равнина, нас разъединяет белая река, в сердце занимая
ровно половину нас объединяют в небе облака, нас объединяют в небе облака. Вот уже на старте мы готовим карты с шуткою, с надеждою вырваться, уйти. Долгие минуты в ожидании старта, длинные маршруты, разные пути, длинные маршруты, разные пути. Разные мы люди, трудные и вроде, меньше в нас хорошего, больше ничего. Нас объединяет чувство на долете, нас объединяет небо волшебство, нас объединяет небо волшебство. Нас разъединяет русская равнина, нас разъединяет белая река, в сердце занимая ровно половину, нас объединяют в небе облака, нас объединяют в небе облака.